именно что ты испытываешь при использовании данной клюшки на льду. В сотый раз говорю. Вот, но именно 75 от 93 веса, ну, получается, как по ощущениям. По ощущениям именно дубовая, да? То есть, ну, ты ее не чувствуешь. Я не могу попасть в ворота. Что данная клюшка плохая или с ней что-то не так? Поднялась вода, там, я не знаю, 3-4 сантиметра, может быть, даже 5. Короче, лед отменили. Спортсмены, всем здрасте. Получилось так, что в связи с тем, что в Питере жара была, 33 градуса буквально вчера, лед, холодильники не выдержали, лед потек, поднялась вода, там, я не знаю, 3-4 сантиметра, может быть, даже 5. Короче, лед отменили, в среду поставили, завтра у нас среда, поставили другой команде игру, и мы безо льда, поэтому решил, было принято решение снимать сегодняшний выпуск, съемку именно на фоне льда. Он все равно пустует, поэтому с магазина спустились, здесь немножко пободрее, посвежее, ну и ближе ко льду. Итак, долго тараторить я не буду, хочу с вами поделиться эмоциями, ощущениями, в первую очередь, не характеристиками, что написано в интернете, да, а ощущениями, именно что ты испытываешь при использовании данной клюшки на льду. ЦЦМ TAX AS 5 прошка, ну и Bauer агент P9277, P2975 Flex. Покатался я в районе месяца, попробовал и то, и то. Врать не буду, обманывать не буду. Конечно же, таксом, ЦЦМом я играл поменьше. Почему? Потому что он мне не так понравился, как Bauer. В сотый раз говорю, каждому свое. Я никогда не навязывал. Я делюсь своими ощущениями. Но это не значит, что данная клюшка плохая или с ней что-то не так. Нет, просто я ее меньше чувствую. То есть очень не понравилось бросок сходу. Был бы такой гель. Намазал и забил. Гели Тафгай сделаны своими для своих. Идет передача такая сильная, плотная, ты сходу ее принимаешь, бросочек, ну не то, не так она летит, привыкал, кистевые тоже не особо понравились. Она для меня, хотя 75 флекс, чуть-чуть я обрезал, ну получается как по ощущениям именно дубовая, да, то есть ну ты ее не чувствуешь. Поэтому не так много я ей попробовал, поиграл, ну, как бы периодически, конечно, я буду выходить на лед, мне всегда интересно. Вот, особенно когда долго-долго не играешь, какой-то клюшкой потом, слушай, такое есть настроение, либо наоборот хорошее, либо наоборот поганое, плохое, думаешь, ай, возьму. Вот, и оно либо тебе поднимет настроение, либо наоборот еще сделает хуже, и твой день, вечер вообще испорчен. Агент. Офигенная, интересная, легкая клюшка. Прям она вот в руках. Кстати, по продажам у нас что и ЦЦМ-ки есть, и агенты. Агенты отлетают только так, то есть на них все-таки больше спрос. Итак, агенты. Ультра нижняя точка прогиба. Вот она себя здесь проявляет. Единственное, что не понимаю, такое чувство, знаете, на всех клюшках всегда было угол 5, лай 6, лай 5. На этом ничего не написано, поэтому я не понимаю, такое чувство, другой угол. Она у меня под крюком вот здесь, вот под пяткой проходит постоянно. Первые льда 4, а некоторые скажут и по сей день, я не могу попасть в ворота. То есть сусов, шансов нет. Это надо бросать синей линии, тогда она попадает в створ ворот. Все, что ближе, выше летит. То есть ты также ее прогибаешь, также готовишься к броску, и все идет выше. И я первую тренировку не понимал, там ребята надо мной ржут, говорят, слышишь, ты хоть раз в ворота попал? Я говорю, да походу мне надо эти футбольные. Вот, второй лед, та же история. Третий лед, та же история. Я уже потом говорю, я бросать не буду, я сегодня это, на передачу. Вот. Короче, ультра точка, нижняя точка прогиба, она все-таки выстреливает как-то вверх. Поэтому для меня лично, при сегодняшнем весе в 93, ей кистевой бросок, это 2-3 шага максимум от синей линии. Вот есть смысл бросать. Все, что туда ближе к усам, нет,
она перелетает выше, либо надо ее жестче брать, возможно. Вот, но именно 75 под 93 веса все выше, выше, выше. Вот, поэтому я-то ее уже раскусил вот на лед 4. То есть что она дает, ее характеристики для меня, как она себя поведет, более-менее стал привыкать. Но вот с ближней дистанции, то есть все, ну, конечно, ты попадешь в ворота, но когда вот это вот ты очень хочешь, с дури, нет, все выше. Она гораздо мягче, гораздо для меня интересней. Щелчки, конечно, ей, я так думаю, что не предназначены, надолго ее не хватит. Но сегодня клюшки, в принципе, надолго не хватает, это расходник, про прочность забыли, зато вес и так далее, поэтому это надо понимать. Из двух, конечно же, для меня это Баур, больше понравилось, поинтереснее, попривычней, больше эмоций, я ее больше чувствую. ЦЦМ нет, но это, повторюсь, не значит, что плохо. Поэтому сейчас буду играть в основном Бауром. Периодически, конечно, ЦЦМ-ку тоже буду брать в руки, что-то пытаться сделать. Вот. Ну, а так, агент. По минусам, ну, там пару человек писали, слушай, а обязательно укажи про минусы. Минусы, наверное, только одни, что не с первого, наверное, не со второго, возможно, даже не с третьего льда вы к ней привыкнете. Это вот единственный минус, потому что до этого все клюшки были, в принципе, я их понимал. Ну, там, лед ты покатался, тренировка, окей, там, полторы. Но ты ее понимаешь, знаешь и, в принципе, понимаешь, что от нее ожидать. От этой, да, для меня была эта новизна, хотя товарищи, которые уже ей играли, со мной делились также, да, сказали, ну вот попробуй, тебе обязательно будет непривычно и довольно-таки интересно. Так оно и получилось. Ультра низкая точка прогиба, подчеркиваю, вот это реально так и есть. На этом все. Готовится у нас выпуск, надеюсь, с новыми коньками вот-вот. Поэтому сам жду больше вас. Все, всем хорошего настроения. Сегодня у нас почти что середина рабочей недели. У меня наконец-то выходной. Настроение огонь. Играй в хоккей. Хоккей для всех. Большой выбор новой ИБУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».